Инцидент произошел в 11 часов утра. По предварительной информации, пострадавшего зовут Антоном. Он живет в районе Первомайского проспекта и работает в гипермаркете ЦСКА на Древлянке. Как рассказали сотрудники магазина, оказавшие молодому человеку первую помощь, незадолго до инцидента он уже попадал в их поле зрения. Привлек наше внимание беспокойным своим состоянием. И, судя по всему, он как будто пытался от кого-то спрятаться или защититься. Вел себя не очень адекватно, но мы попросили его покинуть магазин, он ушел. И буквально через 20 минут мы видим его уже здесь, на территории магазина, окровавленного, с разбитой головой, мечущегося, испуганного. Первым делом, конечно, мы вызвали бригаду скорой помощи, которую, к сожалению, мы ждали очень долго. Через 40 минут приехала бригада скорой помощи и его увезли. Кровавые следы привели съемочную группу во двор дома номер 4 по улице Попова в один из подъездов. Пол на первом этаже был обильно забрызган кровью. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. В больнице скорой медицинской помощи о состоянии пострадавшего нам ничего не стали говорить, сославшись на врачебную тайну. Пресс-служба Минздрава сообщила, что пострадавшему делают срочную операцию.